Славянский базар стал сердцем культурного и духовного единства. И это сердце должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля через искусство к миру и взаимопониманию. Особенно сегодня, когда все страны и народы находятся на грани глобального геополитического кризиса, передела мира, для нас жизненно важно сохранить традицию, объединяющую людей. Ведь что бы ни происходило в мире, международный фестиваль, Славянский базар, всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов. На этой сцене из года в год выступали сотни артистов разных национальностей, разных политических, религиозных взглядов из различных государств мира. Но невзирая на международные конфликты, межнациональные, внутриполитические кризисы, здесь всегда царили мир, дружба и взаимопонимание. В чем секрет? Наверное, и прежде всего в культурном коде славян, в общей тысячелетней истории предков современных славянских народов. В ней мы не найдем фактов варварского разрушения традиций и уничтожения других цивилизаций. Есть только созидание и взаимообогащение культур. Мы мирные люди, и мы делали и будем делать все красиво и по-мирному. Поэтому ежегодно Славянский базар притягивает себе участников и гостей из разных уголков планеты на этот живописный берег Двины. В город, который веками вдохновлял на творчество известных музыкантов, художников, актеров, который подарил нам талантливых режиссеров и дизайнеров, ученых и конструкторов, спортсменов и тренеров, прославивших белорусскую и не только белорусскую землю на весь мир. Как вы знаете, Славянский базар – это не только песни. Славянский базар – это средоточие всех направлений и всех видов культур. Убежден, что и сегодня этот амфитеатр собрал самых ярких артистов, самых добрых и отзывчивых зрителей. Без них никак. Не было бы без вас Славянского базара. Таких, которые приходят и приезжают на этот праздник по зову сердца. Тех, кого объединяет искренняя любовь к общенациональной славянской культуре. Пусть фестивальные дни подарят вам много ярких эмоций. Конкурсы откроют новые имена в мире искусства.